Главой государства год назад был выдвинут целый ряд новых инициатив по вопросам поддержки молодежи. Были поставлены задачи на основе опыта IT-парков создать в регионах креативные парки для распространения льгот и преференций, предоставляемых резидентам IT-парков. Кроме этого, поручено организовать круглосуточно работающие молодежные парки на первом этапе в областных центрах. А в каждом районе молодежные гуляния и улицы творчества. Исходя из данных поручений, Хокимом Самаркандской области был утвержден сетевой график. Исполнение его пунктов обсуждено в администрации области с участием представителей госорганов, ответственных управлений и организаций. Как отметил Хоким области, работы в этом направлении не ведутся должным образом и вызывают нарекания. В частности, медленно ведется выработка проектных документов по созданию улиц творчества. Подвергнуты критике Булунгурский, Джамбайский, Катакурганский, Кушрабадский, Ургутский, Нурабадский, Паярыкский районы и город Самарканд, где не предприняты конкретные практические действия. Говорилось о том, что не выделено здание для креативных парков в некоторых районах. В медленном темпе продвигается работа по организации молодежных гуляний. По всем вопросам повестки дня Хокимом области сделаны критические замечания и даны поручения провести все работы в соответствии с указанными сроками.